Книжковий ринок продовжить роботу. Підприємство оформили як тимчасові споруди, тобто звичайні мафи. Таким чином мерія вирішила обійти договір оренди землі для ринку, що суперечив чинному законодавству. Нову угоду уклали на 20 років. Про це повідомив віце-мер Одеси Олесь Янчук. За його словами, це важливе для міста підприємство і закривати його було б безглуздо. Что рынок все-таки имеет большую историю и важен для города. Это большое количество, там более 300 предпринимателей работают. Люди регулярно платят деньги в городской бюджет. Это бюджетообразующее предприятие. И просто так убрать его с территории города мы считали неправильным ни экономически, ни политически, ни просто по-человечески. В связи с этим было принято решение оформить документы для книжного рынка как на временное сооружение, как на все другие временные сооружения в городе, которые существуют. И мы выдали документы на 20 лет под размещение конструкций временных сооружений книжного рынка на той же территории, которую он занимает сегодня, но без аренды земли. И таким образом это не противоречит законодательству. Нагадаємо, 2006 року книжковий ринок переїхав з Грецької площі на Олександрівський проспект і отримав договір оренди землі на 10 років. Потім законодавча база змінилася, але договір був складений так, що він автоматично пролонгувався на 10 років. Прокуратура оцінила це як порушення і опротестувала його, та передала справу до суду. Коли ми узнали, що справа книжки знаходиться в судах, ми зареєстрували акцію протесту зі збором підписів. Собрали более 5000 подписей одесситов в поддержку книжного рынка. Книжка – это давно полюбившееся всем одесситам место, и одесситы выступают за то, чтобы книжка и дальше продолжала свое существование. К примеру, за последние 2,5 года книжный рынок заплатил 1 700 000 гривен в бюджет, плюс предприниматели заплатили более 10 миллионов гривен в бюджет.